Они вломились в банк втроем в масках. Начали бить, стрелять. Было очень страшно. В Донецке ограбили Приватбанк. Вычистили ваши ячейки. Виктор Федорович. Найди. Ты возьмешь это дело себе. Это шанс. Перейдешь в высшую лигу. Подполковник Игорь Вельник. Теперь занимается донецким делом. Они не должны залезть слишком далеко. Главная интрига. Подпишет ли Украина соглашение об ассоциации с ЕС? Все делаем правильно, и все будет отлично. Ты мне сейчас предлагаешь раздать власть своими руками. Лишь реальный кризис на Майдане позволит вам удержать власть. А что вам нужно от меня? Нам нужны вы. Машенко — единственный мужик в украинской политике. Американцы везут сюда оружие много из Польши. Идем с факелами на Майдан! Палить по Мирнику собираетесь? Я не отдам такую команду. Переведи ее через Майдан. Премьера с 11 марта на Первом. Есть информация, что вас хотят ликвидировать.